Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы с вами будем готовить очень быстрый и легкий хэш браун. Для этого рецепта нам понадобится картошка, куриная грудка, любая зелень по вашему вкусу, у нас укроп, соль и черный перец, лук, сырые яйца, масло для жарки, крахмал или мука. Картошку мы почистили, помыли и теперь натираем на крупной терке. Теперь нашу тертую картошку мы солим и хорошо перемешиваем. Оставляем в стороночку, пока она не пустит жидкость. А пока будем готовить остальные ингредиенты. Возьмем наш лук, порежем его пополам. Смотрите, я половину лука добавлю потом в картошку. Если вы хотите, вы можете или целиком добавить, или половину обжарить. Это уже на ваше усмотрение. Я половину буду обжаривать и половину добавлять в картошку. Теперь берем курицу и точно так же режем ее на мелкие кусочки. Я буду совсем мелко резать. Теперь заодно и зелень тоже порубим. Хотите мелко, хотите крупно, на ваш вкус. Ставим нашу сковороду на огонь и наливаем масло. Ждем, пока масло нагреется. Добавляем лук и обжариваем до золотистого цвета. Убираем наш лук с огня. Возвращаем нашу сковороду на огонь. И в это же масло, в принципе, мы обжариваем нашу курицу. Как видите, вся жидкость выпарилась. И теперь уже курица приобретает более золотистый цвет. Можно ее еще поджарить пару минут, чтобы она совсем стала золотой и красивой. Картошку мы должны теперь отжать от всей жидкости, которая в ней собралась, и переложить в отдельную емкость. В отжатый картофель добавляем лук. Также у нас крахмал, вы можете взять, как я уже говорила, муку. И сюда же разбиваем 2 яйца. Добавим немного перца. И совсем чуть-чуть соли. Ставим сковороду на огонь, добавляем масло. Ждем, пока оно хорошо нагреется. На сковороду мы выкладываем нашу картошечку и утрамбовываем. Нам нужно перевернуть нашу картошку. Делать мы это будем с помощью другой сковороды. Нужно подождать, пока эта часть тоже поджарится. Если вы хотите более сливочный вкус, то на этом этапе вы можете добавить вот здесь вот по краям сливочное масло. Выкладываем нашу начинку.
При желании вы можете добавить сыр тоже сюда в начинку. Убираем с огня. И накрываем второй половинкой. Наш вкусный хрустящий хэш-браун готов. Его можно подавать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, продолжайте быть с нами. Приятного аппетита!